Правильно поставленная задача дает необходимый результат. В третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф первенства высшей хоккейной лиги страны клуб «Чебоксары» на выезде переиграл дружину из Набережных Челнов. Обе команды начали с оглядкой на собственные ворота. И хотя в искусстве построения оборонительных рядов после первых двух периодов царил паритет, на что и указывает счет на табло 2-2, все более уверенная игра вратаря чебоксарцев Дениса Матошина вселила уверенность в коллег. Как итог, уже на старте третьего периода белые вновь выходят вперед. Игорь Дубровин реализовал численное преимущество, а еще через 3 минуты Максим Приступлюк довел превосходство в счете до весьма комфортных 2 шайб. Хозяева попытались взять своих визави на абордаж, но попытка перехватить игровую инициативу закончилась удалением до конца матча лучшего нападающего Челнов Романа Опалева. За оставшиеся 10 минут подопечные Сергея Нуржанова сумели не потерять голову от надвигающейся победы. Ну а 5-я шайба, отправленная Арсением Старковым уже в пустые ворота команды Айдара Мусакаева, лишь укрепила успех. 5-2, и счет в серии становится 2-1 в пользу чебоксарских богатырей. Особо настраивать ребят не надо, все горят, все хотят выиграть. Тут больше приходится их сдерживать и успокаивать, чтобы они настроились спокойно, играли в свою игру. Слава богу, все живы, все здоровы. Мы приехали 22 человека, 2 вратаря, 20 полевых ровно, поэтому все выйдут и будут биться до конца.